Приветствую на канале Arduino Проекты. Сегодня пойдет речь о приставке, которая сделана на одноплатном компьютере. К примеру, можно поиграть в футбол на данной приставке. Ну, вот так вот выглядит игра. Итак, что же входит в приставку? Сама приставка, вот она в корпусе, Orange Pie Lite, тут подключены уже джойстики, вот эти два, и блок питания, вот и вся приставка. Получается, блок питания, приставка и два джойстика, ну и корпус, там вентилятор стоит, который выдувает горячий, теплый воздух. Как вы видите, еще есть тут лежат джойстики у меня, все их пробовал, все нормально подключаются, это проводной джойстик. И два вот таких Defender, беспроводных, они с такими базами, достаточно старенькие, но при этом подключаешь, и он сразу определяет, предлагает настроить, берете, настраиваете кнопки. Чтобы начать настраивать, выдерживаем любую клавишу, он переходит в настройки и показывает вам, какую клавишу настраивает. Вверху, книзу, влево, вправо, джойстики настраиваются властиком. Эти клавиши Home Start, ну все по порядку. И в конце все сохраняет, и можете играть. Если вы поменяли джойстик на другой, если он был настроен, он уже автоматически будет поддерживаться. Так, как же все управляется? Ну, все достаточно просто. Вот мы выбираем. Это игры Dendy. Ну, потом ближе покажу управление. Чтобы выбрать, нажимаем А, кнопочка выбор. И чтобы отмена Б. В принципе, ничего сложного. Так, ну, выход из игры — это Home Start. И кнопочка Start у нас — это главное меню. Можно выключить. Либо выключить компьютер одноплатный, либо перезагрузить. Все достаточно несложно в управлении. Кнопочка А — подтвердить, кнопочка Б — отмена. Стрелочками кверху, книзу. Ищем нужную нам игру и играем. Ну давайте сейчас включу поближе и все покажу, как это все устроено. Я не специалист по игре в футбол, так что обыграют меня в один клик. Так. Ну вот, в принципе, так. Можно сохранить, где закончил, и потом продолжить. Вот такая вот объемная игрушечка, достаточно неплохая, ребенку нравится. Управляется уже с помощью стика. Так, давайте выберемся на берег, и я отключу ее. Тут можно играть как за Индиана Джонсона, так и за ее спутницу, за его спутницу. Станцию можно разбивать, переключаться. Вот такая вот игрушка, достаточно симпатичная. Вот эти сохранения есть. Так, давайте посмотрим, что еще можно играть. Так, PlayStation игры. Для PlayStation тут у нас тоже есть несколько штучек. Моя любимая — это Дюна, Драйвер, NPS также и Tekken. Давайте Tekken включим. Так, можно вдвоем, можно одному играть. Мы бывает вдвоем рубаем. Так, выбираем кого-нибудь. Так, ученика моего. А, вот он. Так. Раунд 1. Файт.
вот ты негодяй какой. Ну, вот такая вот игрушка. Также можно поиграть, как я показывал. Другие игры есть, и компьютерные игры. Сейчас, Quake первый, второй. Что тут еще есть? Doom есть. Конечно, я не очень-то люблю в эти игры играть, поэтому они мне не интересны. Дальше у нас есть Sega. Sega это, конечно же, любимая Дюна, которую я играю. Ну, тут их очень много, чтобы найти нужно. Соника можно поиграть. И различные другие, больше тысячи различных игр. Подойдет для по вкусу для любого. Также вот есть у нас The Dandy. Вот танки. Самая такая игрушка, которую играл в детстве. Такая нормальная. Ну и, конечно, Марио. Так, играем. Можно уровни добавить, можно начинать не с первого. 25-го. Ну вот, как бы. Вот такая вот игра. Ай, подставился. Понравилось видео? Оцените его лайком. Не понравилось — дизлайком. Пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео.